пока там это. Давайте с вами. Потому что сейчас это будет объяснять. Смотрите, говорить. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Видишь, смотрит, смотришь, зачем это? Раз и пять. Подсчет? Пока у нас мы уже прошли, можно подмуть. Да, можно. Я уже посчитался. Давайте еще раз. Пока мы. Другой. Ну, надо хотя бы немножко. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. Левый. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вторая фигура, 1, 2, 3, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, левый, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, забрались. Дальше вперед. И раз, и два, и три, четыре. Поехали дальше. И раз, два, и три, четыре, раз, и два, и три, четыре, раз, и два, и три, четыре, раз, и два, и три, четыре, и раз, два, и три, четыре, раз, два, и три, четыре, раз, и два, и три, раз, два, и три, раз, и два, и три, четыре, раз, и два, и три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот здесь сейчас долговато прошли, не успели. Вперед с левой ноги. И раз, стоп, назад, с левой ноги аккуратнее. Левый. Ноги на здоровье. Шестая позиция. Семь, восемь. И раз, и два, и три, четыре. Раз, и два, и три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Стоп, секундочку. Восемь. Поклон делает какой? А я мужик. Где? С ней. Вот сейчас? Вот да, в данный момент. Нет. Все, хорошо, поняла. А почему? Вы, но... А почему тогда думали с отстанцией? Нет. Должны поменять местами. Да. Ну да. 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 А как она отстанет? Да. Ну пусть. Сейчас там где-то... Пусть вы там мужскую партию где-то танцевали, а здесь вы вышли. А неправильно, вы неправильно встали, значит. Вот девочка, здесь нет, правда. Вы правильно стоите все. Да, все правильно. Они стоят правильно. Мы тоже здесь не так встали. После круга. Все, все правильно. Готово здесь, поклон. И раз, и два, и три, четыре. Стоп, секундочку. Поднялись. Казачка до пола не наклонялась. 45
мясо. А мужчина только голова. Только голова. Я голова. Красиво. Готово. Еще раз наклон. И раз, и два, и три. Стоп, стоп. Остановитесь. Это не 45. Посмотрите, вот прям тянет. Да. Еще не пониже, это не 45. Вот, вот это вот к 45. Нет, вы сейчас девочки. При поклоне женские, вы делаете женский поклон. Ну, что вы танцевали? На поклоне мальчики и девочки. Готовы еще раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И на 8 мы должны... Уточнить позицию ног у всех на раз. Да, первая параллель. Вот. На 7, вот вы 7 вышли, и на 8, на полупальцев. На 8 мы выходим. Но не плечами, а ногами. Да. Вы в эту сторону, вы влево в ту сторону. Еще раз я поставлю плечи здесь. Еще раз поклон. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И ты здесь должны из-за тарта. И раз, и два. Понятно? Еще раз. Пять, шесть, семь, восемь. И два.
Праздником более традиционным. Давайте, знаете, кое-что еще такое вот вам скажу. Чем отличается традиционная казачья пляска от сценической? Потому что, я так понял, вчера были какие-то нюансы, какие-то моменты, где-то кому-то было непонятно. Но вы меня почему-то не спрашиваете. Я всегда говорю, вы переспросите, спросите, уточните там что-то. Если взять по традиции, то действительно мы там вот как показывал вам руки там что не поднимали выше и так далее. Но сценически, выходя на сцены, мы можем с вами допустить, что где-то вот повыше сделали, то есть где-то утрирование сделали. Это можно. А мне непонятно, почему руки отсюда и сразу на пол. В каком? Ну вот, когда по полу мы делаем, руки отсюда, снизу, и мы летим. Ну вообще... Да, через первую. Ну вообще отсюда, здесь, это по сценическому. А по характерно... Вот. То есть это не делалось. Вот чем отличается традиционность от уже более сценического, да, если по сцене нам диктует правильность исполнительства, то есть мы, естественно, отсюда должны все-таки по правилам это сделать. Или отсюда вот через первую. Да, да. То характерно и непосредственно традиционно, естественно, она не будет казать, когда там стоять. Ой! Естественно, вот почему я говорю, отличается именно традиционность от сценической, от утрированнее, разнообразнее. Можно добавлять какие-то приемы, вот, которые, ну, скажем так, ну, отличаются, не используются, конечно, в традиционной, но мы можем применить где-то какие-то элементы именно на сцене. Правильно? Становимся, взяли попарно, сделали большой полукруг, во-первых. Попарно взяли полукруг. Не заворачиваться. Одна пара туда, вторая еще одна пара туда. У всех пары есть? Ну да. У всех пары есть. Яна?
Так, значит, берем, который вчера рассказывал про возможность как с мужчинами, так и женщина с женщинами. Как раз вот сейчас мы разберем, какие вот именно пляски. Сюда. Руку. Да, беремся, да. Не нужно становиться, да, как извините. Просто обычно. Вот вы собрались в кругу вечером после там, трудового дня поплясать, просто отдохнуть. Взялись спокойно, свободно, не нужно здесь делать такого... Взялись, да. Значит, поехали, смотрим, медленно. Раз. Три, четыре, пять, шесть, семь. Это же наша. А? Да. Это же наша. Да. Одну на. И второй раз. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь. Раз. Карапет. Карапет. Да. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот сейчас это танец карапет. Двигаемся мы по кругу. По полукругу. Становимся. Да. Я вот рассказывал вчера, если не ошибаюсь, рассказывал о том, что казаки воевали в основном, а вот эти бытовые пляски выходили вечером, после трудового дня там косили, там все делали, вот, и они выходили, когда на праздники, они становились, казаков не было, и они друг с другом, естественно, были пожилые. Мужчины, ну да, вот кто оставались, и там казаки все-таки становились. И женщины с женщиной, они в этих... Послушайте секундочку, вот смотрите, вот сейчас как раз объясняю. После трудовых дней, там, трудового дня, они приходили, собирались какой-то либо праздник, либо такой вот. Вот плясались бытовые пляски. Здесь могли женщины с женщиной. Они когда... плясали, они могли друг с другом. Так, бля, ко мне сегодня приходила кума. Ой. И вот они вот плясали и разговаривали. То есть здесь не было, что именно должна пара состоять из казака и казачки. Это бытовая пляска. Значит, пока делаем сейчас. Приготовься медленно. Медленно. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, друг на друга, вот, характер покажем, два, три, поворот, раз, два, три, характер, смотрите. Посмотрели. Если, допустим, казачка. Отвернулась. Вот там. Раз, два. Ну, на нее. Ой.
Ну, то есть, такие. Если они при разговоре могли так делать, рассказывать что-то. То есть здесь могло показываться любой характер такой. Не быть. Попробуем. Готовы? Чтобы это вообще не слышно было, что как бы да, там переговариваться, но не вслух, ни в коем случае. Приготовимся. Нет, смотрите. То есть, раз, два, вот чуть, вот. И первый идет, вот смотрите, в чем отличие. Вы все время двигались вперед почему-то. Раз, два, туда, куда вы, ну, продвигали. А тут в сторону, И здесь спокойно, уставшие после трудового дня пришли, а вы еще хотите там... Спасибо. Значит, второй. Кырковяк. Да, казаки его называют кырковяк. Вам нужно, да? Нет, я пирамиду. Значит, показываем. Начинаем друг к другу подыбаться. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два,
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И повторяем. Три раза повторяем, да? А что, ты до четырех считать не умеешь? Что? Что? Почему три именно? Где? В танце три почему? Четыре. Повтора почему три? А, могли это... Хоть 10 плясать. Мы просто показываем, ну, показали сейчас все. А то если мы сейчас будем один номер там 10, по 10 раз делать, второй также. Они раз кусочками так же чуть поподелали, устали, перешли на другой, перешли на третий. Ну, еще раз. Бадабаск. Начинаем друг другу лицо. Ну, друг другу делать. Значит, у нас... Парни, смотрите, начинаем так же. Раз, два, приоткрыли. Внутрь, приоткрыли. Дальше. У них за спину идет. Здесь. У девочек юбочки. Да. И просто идем как. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, то есть, друг перед другом. Женщины, они так же это все делали. Но женщины, наверное, естественно, более так вот, не то, что друг, да, как казак перед казачкой. Вот. Они это более в легкой форме, но все это так же делали. Готовы? Семь, восемь. Раз, и два, три, четыре. Раз, и два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь друг к другу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Начинаем идти, откуда мы шли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Угу. На руку. Сразу вот вам, чтобы... Видите, как я уже стал? Не с ней. На руку. И она пойдет. Я сюда. И она сюда. Нет, здесь переменный шаг все знают? Да. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И здесь то, что будет успеть на раз, два, три, четыре, надо нажать два круга. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А вот для этого нужно никак не заваляться. Вот, они больше будут повернуться и сделают. По музыке сейчас. Заводила, который также он мог вот на гармошке с бубном, вот, он выходил, там, карапет! Да, все уже понимали, что сейчас будет карапет. Дальше, вот вам, девки, кыркаляк,
вы его танцуете. А вот вам, девки, казачок, ну, например, казачок, казачок, вы его целуете. Ну, и кто был, естественно, с казачком. Раз, и все, и поехал в пляс. Вот вам, девки, казачок, вы его танцуете. А вот вам, девки, казачок подошел, вы его целуете! И вот начинается дальше. Готовы? Поехали! Со словами. Ну, давай. Давайте со словами. Ну, давай. Ну, выбежу! Вот вам, девки, кырковяк! Вы его танцуете! Кто? Потому что там он привезен, этот номер, с Франции. Вот, казаки, они его под себя переделали, они уже стали считать, что это наше. Вот, но он будет, ну, в принципе, мы можем попробовать. Полька, просто он будет проще и быстрее, чем мы сейчас время затратим, а делать будет меньше. Мы вам можем, я просто по движению вам покажу. Расскажу, пройдем. Ну, поехали по польке. Там тоже слова есть? Вот вам, девки, полька. Вы ее танцуете. Нет, смотрите.
Вот в чем отличие. Если сценический, да, мы будем делать так. Если по бытовому, то мы будем здесь. Чтобы не задирать нам все вот здесь. Опустите локоть вниз. Ну, чуть, да. Ну, нет, не прижимая, а просто здесь придерживая. Значит, начинай с левой ноги. Носок, пятка. Раз, два. Носок, пятка. Раз, два, три. Дальше. Двойные. Раз, два, три, четыре. Раз, и два, три, четыре. Раз, носок, пятка. Раз, два, три. Носок, пятка. Раз, два, три. Раз, и два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, семь. Ёлка. Значит, вот это расскажу. Вот вообще окошко. Здесь, когда казак будет двигаться на казачку, вот эта рука должна прикрывать грудь. То есть он как бы ее оп, к себе, а ну? Нет. Вот. И вроде вот здесь окошечко для того, чтобы заглянуть. Вот. Рука, она должна быть здесь, как преграда. Готовы? Да, давайте еще раз повторим. Рука, посмотрите. Девушка подает. Парень сверху берет. Не вдоль, а поперек. С другой стороны? Так, ну, понятно? У нас что-то с руками непонятно. Вот смотрите, вот здесь вы развернулись раз, да? Да. Потом два. Разве? А потом, когда идет уже последний поворот. Раз. Да. После этого? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Можем сделать семь, восемь раз. Почему? Значит, смотрите, давайте сейчас сделаем потихоньку еще раз. Готовы? И носок левой ногой. У всех. Носок. Пятка. Раз, два, три. Носок. Пятка. Раз, два, три. С левой дробной делаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Стоять. Шесть. Мы закончили. И сделаем чуть у вас похож. Семь. И у вас после 7-8 остается правая нога для того, чтобы пойти. Раз, два, три, пять, шесть. 7 и 8. Раз, и два, три, четыре, пять, шесть. Стоять. Шесть. У вас как раз идет вперед зайти левая нога.
7. Пишем, 8. Рука где? Что, даже да. Грудь закрывай. Закрыла уже. Есть вопрос еще? Нет, вы задавайте. Я же это крепче быстрее, я потом не понимаю. А я учитываю. Вот посмотрите, вы делаете. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Нет, левый, здесь он левый. Раз, два, три. 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 Всем понятно? Поехали! Должны его как бы, пусть чуть к сцене, но бытовым его. Это не пляс. Теперь, переменный шаг. Туда. Слева. Идем. Сейчас начинать с правой ноги. Всем? Нет, кто идет вперед. А кто идет назад, левой ногой. И раз, и два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше. Стоп, стоп. Там пара. Семь. 8. Теперь ты ее через другая провожай. Другая рука. Да. Но сначала это ты ее вот сюда, потом прокрутил. Угу. И ты пойдешь вот туда, а ее туда должен проводить. Угу. Смена мест? Да. Да. Вот 8. Встань к нему еще раз. Теперь право сделали. Прокрутили. Я прокрутил. Дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, вы ко мне. Восемь. Подождите, давайте. Еще раз, смотри. Кто по линии? Мальчики идут по линии танца, девочки по линии танца. Все, хорошо. Правая же плеча на встречание. А я туда. Значит, прокрутили. Парни, мужской состав, да, и кто стоит на мужском составе, начинают двигаться во внутренний круг. А девочек провожаем во внешний круг. Мы да, раз, два, три, перемена. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. И становимся так, чтобы мы увидели свою партнершу. Я увидел вот свою партнершу, она увидела своего партнера. Да. Вот, то же самое. Делаем. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поворот.
Раз, два, да. Три, четыре, пять, шесть, семь. Повторите еще раз. А вот встаньте вот с этой партнершей вот здесь по кругу. Еще не поняла. А то есть мне, только мне нельзя затупить на курсах, что ли? Я не поняла. А девочки, сюда. Так, кому где непонятно, давайте. Нам все понятно. Хорошо. Нет. Как вы стали такие? Как вы стали? Мы же вот так провернулись. Да. И просто вот, вот. Кто сначала? Кто за? Вот. Идем. И. А, тут не я. Тут. Нет, тут сначала туда. Да. Давай меняться. Давай меняться. Да. Чуть сюда. Да. Вот да. Туда, только туда. Да. Вот поменяли, и. Да? А, нет, не, двигаем сейчас. Двигаемся. Раз, два, три, четыре, да. Пять, шесть. Прокрутили. Да. Ты сюда пойдешь? Да. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, да. Да, да, все правильно. Вот, взялись. А, все просто поменяли. Туда я идете? Я думала, там какой-то и раз, два, три, четыре, пять, шесть, прокрутили. И пошла. Раз, два, три, и вернулись, да, к своим. Угу. Так, еще вопросы. Где у кого? Кому непонятно этот переход? Зажимай, иди сюда. Нам все понятно. Хорошо. Все, становимся по своим парам. Вот так стали хочешь? Иди ко мне, Ну, там не важно. Мы по кругу уже прокрутились. Просто, да. Нет, вот сейчас который? Вот, в этом вот, 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 мы пришли. Вот, вот начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поворот. Мы пошли сюда, допустим, блядь. Вот. И потом, за вторым разом. Но мы же возвращаемся обратно. Нет, мы же должны здесь прокрутиться, нет? Когда мы поменялись партнерами. Вот сейчас, секундочку, вот сейчас я покажу как раз. Ко мне идите, пожалуйста, на меня. Нет. Перемену шагом. Перемену шагом. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. И потом как прийти вот в это? Мы же когда? Да, да. Как это мы пришли? После поворота. Хорошо. Ульяна! Да? Да, здесь. Хорошо. Давайте с вами сейчас сделаем. Я не знаю, кто... Вот, да. Мужчина. Вот, вот так. Да? Делаем. И. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пау, прокрутили. Раз. Давайте я сам за мужчину сделаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отсюда вот мы прокрутились и просто взяли. Вот. Вот этот момент не нужен. Просто взяли. Я поняла. Ну, приготовились. Говоря сначала носок, пятка. Приготовились. Переменный шаг.
видит своих партнеров? Да. Своих, да. Все начинали. Да. Все, мы прокрутили девочку и ушли. Да, все правильно. Все правильно. Вот теперь также двигаемся обратно. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, два, и два, и прокрутили листки. Спасибо. Значит, встали таким образом. Дальше? Да. Ну, все, мы, в принципе, завершаем. И дальше. Скороход с каблука. О, внешние ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте так. Вы уводите туда. Да. А мы сюда. А мы, говорит, сюда. Нет, давайте а начнем. Стоп, 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 секундочку. Все, да, становись. Становитесь. Туда. Вот сюда я должен встать. Короче, сначала не вы туда водите. Да. А вы туда. Все, отлично. Стоп, стоп. Первая, да? Поехали. С каблука. Здесь. Вперед. Друг на друга. Вперед. Друг на друга. Ну да. Ну, в принципе, какой разница. Последние пары. Да. Вы там он у вас идет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Друг на друга. Дальше. Как полоборота. Раз, два, три. Дальше. Раз, два. Не задирайте руки. Вы, да, тоже друг друга. Три, четыре. Это друг с другом. Они как бы... Вот мы, да, вот наш. Полоборот к ним. Да. Три, четыре. И такие вот как бы бегом, но не вверх, а внизу. Пять, шесть, семь, восемь. Пять, шесть, семь, восемь. Только ровненько. Понятно? Понятно? Собираем последний вот такой. И пройдем все полностью. И... На польку! Сергей, на польку встаньте. Сейчас будет полька. Раз, два, раз, два, три. После корковика будет полька. На польку он кричит. Полька! 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 А все должны закричать с колбучком! С колбучком! Но только все вместе. У казаков не каблук, а колобук. Колбучок. Да. Только. И, кстати, ты должен, ты заводила. Полька! Полька! Полька. Выражено должно быть. Полька. Ну, давайте. Вот это стоит. Давай, давай, быстрее. Полька! Скалочка!
Петя! Отсюда! Полукруг! Полукруг! Значит, смотрите! Послушайте. Мы закончили «Трава моя травушка». А мы же лучше не «Трава моя травушка». Подождите. Вот вы ушли. Вот вы запомнили? Вы ушли. Уйдите, пожалуйста. Кто куда уходил, уходи вот на травушку. Уйдите. Старайтесь туда. Наташа! Все, вот травма девушка закончилась. Вы зашли куда? Куда? Нет, давайте. Вот закончили. Выскакивает. Выскакивает. Завалило. Ты должен его выскочить. Выпрыгнуть. Да. Ты должен его выскочить. Карапец! Вот крикнуть, как бы созвать. И вот они ушли. Куда вы пошли? А ну-ка назад. Еще не закончилось у нас. Понял? Наступление вы должны, знаете, в таком даже можно в хаотичном порядке выйти на свои, как вы встали, но не задевать, не толкать друг друга, я здесь, я вот сюда, сюда, вот, вот, вот. Это все аккуратно нужно сделать. Давайте попробуем. Готов? Готов? Зараз, сейчас. Внешне надо. Внешне. Внешне.
Нерка. Хорошо, Нерка, вот, 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 стоит. Сначала вообще класс. Наоборот, против часовой стрелки. Мы же давно закончили! Вот вам, девки, Киркая! Вы его танцуете! Вот вам, девки! Казачок, вы его! Нет, сейчас, да, полный... Когда заиграется вступление, вам аккуратно нужно... Чуть закруглить. А в процессе вам их догнать, а вам не торопиться, чтобы сделать круг.
Первый номер – это трамвай «Правушка». Это традиционные именно праздничные, которые писали его на праздниках. Вот. То есть это хороводного плана номер. Затем мы именно традиционные пляски донских казаков. Еще раз смотрите, я вам расскажу. Вы можете абсолютно смело выпускать это на сцену. Вот, они танцуются. Для сцены можно, ну, чуть где-то носок подтянуть. Ну, для сцены, да? Это где-то носок. Здесь можно здесь ручку поставить, чтобы это более смотрительно было. Применять это можно, это нормально делать. Вот это хороводный номер. Пожалуйста. Казачий класс в школе. Казаки сказали, что у казаков и казачьих платка нет и быть не может. Неправда. Платочек — это аксессуар женский. Он был всегда. Абсолютно всегда. Смотрите, там хорошо выявлен. Вот. И платочек — это аксессуар. Он обязательный. Потому что она также где-то поплакала, где-то он, ну, понятно, был обязательно. Спасибо. Я не знаю, про какое казачество может. Я просто думала, может быть, какая-то область или что, что-то там не совпало, поэтому я хотела вот это. Ну, еще раз, вот смотрите, могу вот так. Ну, может, кто-то взял? Да. Если взять, вот, грубо говоря, трава моя трава, здесь, ну, опять, если вы с каким-то свиночками танцуете, да, либо с какими-то веточками, конечно, он будет вам мешать. Его не нужно. Но он платочек, не отрицается в любом случае. Нет, платочек он должен при ней быть. Вот забрали сюда, вот, чтобы он здесь заправили. Вот, танцуется. Но он при ней. Все время должен быть. Да. Я, честно, не знаю, про какое казачество, кто там что-то говорил, но любое казачество, я сразу говорю, пошло от донцов. Первые были — это донцы, а в донцов присущий платок. Спасибо. Так что не знаю, про другие. Можно, пожалуйста, да.